Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Повышение ставки утилизбора привело к подорожанию автомобилей. Как пишет газета «Известия», цены на импортное производство также возросли. По информации издания, наибольший рост ценника зафиксирован на производителей автомобилей среднего и премиального сегментов. Стоит отметить, что речь идет о Subaru, Infiniti, Suzuki, стоимость которых повысили на 20-50 тысяч рублей. Также специалисты добавили, что марки Volvo, Citroën, Hyundai и Volkswagen вошли в список подорожавших машин. На этом у меня пока все, а больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!